Уайлдер после победы над Стиверном объявил войну Джошуа. Дионти Уайлдер призвал Энтони Джошуа перестать уклоняться от боя. Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Дионти Уайлдер после победы над Бермейном Стиверном вызвал на поединок обладателя титула в БА-Супер, ИБФ, Айбоу Энтони Джошуа. «Я очень долго ждал этот бой. Я объявляю Джошуа войну. Я просто хочу доказать, что я лучший. Я знаю, что я лучший, но мне хочется доказать это. Король не гоняет за подданными, он встречается с королями. Я хочу Джошуа. Если он не согласится на бой, я найду другого соперника. Мир хочет Джошуа, мир хочет Уайлдера. Давай, Джошуа, встреться со мной. Энтони, приезжай и посмотрим на меня. Хватит уклоняться, больше никаких оправданий. Назови дату боя, не жди», приводит слова американца Боксинг Син. Ранее сообщалось, что Дионти Уайлдер уничтожил на ринге Бермейна Стиверна. По материалам сайта news.com.